Mami. Sì, signore. В общем, я так смотрю, США сдаваться не собираются, упорно продолжают обороняться. Поэтому мы сейчас используем одну военную хитрость при помощи морской пехоты. Формационе! Signore! Avanzate! Pronto, signore! Pronto, signore! Formazione! Sì, signore! Avanzate! Formazione! Formazione! Comandi. Ordini. Строим военкоматы везде, где можно. Потому что призывников очень мало. Попробуем сейчас старую военную хитрость использовать. Пока они тут все заняты, вот этой движухой американцы, мы высадимся в Балтимор, где хороший порт. И как раз 4 дивизии попробуем окружить
столицу, Вашингтон. Потому что снабжение идет из столицы. Если мы окружим, то по идее все дивизии должны истощиться. Дивизии США. Пронто, сеньор! Пронто, лазьоре! Авансате! Си, сеньоре! Шестая армия прикроет здесь, после морпехов высадится. Avanzate! Pronto! Avanzate! Ordini! Avanzate! Авиация летает американская. All'azione. Pronto, signore. Avanzate. Attento. Attento. Formazione! Pronto all'azione!
Formazione! Respingiamo, signore! Avanzate! Attento! Моя драгоценная пробка. Attento! Avanzate! Так, ордени! Что встали здесь? Attento! Pronto, signore! Pronto, signore! Avanzate! Pronto! Pronto! Avanzate! Signore! Pronto, signore! Formazione! Да блин, чё вы такие дебилы-то? Где вас набрали? Чё вы не могли тут прикрыть, что ли? Пиздец. Боже. Да, такие союзники хуже врагов. Дебилы. Толпа дивизии, они не могут прикрыть. Пипец. А
Attento! Ordini. Pronto all'azione. Avanzate. Signore. Comandi. Все, поплыли. Столицу всего один гарнизон охраняет. Это успех. All'azione. Ordini. Pronto. Ordini.
Fuoco nemico! Riparatevi! Signore! Sì, signore! Так, ну здесь еще минус 10 дивизий где-то. Команди! Attento! Il signore! Опа. Ордени. Греки охраняют район столицы. Attento! Так, подгоним сюда еще к Балтимору наш оперативный флот. Где он там? А, это первый. Первый в Таренте. Второй вот в Картагене. А, это что, один регион, что ли? Прикольно. Рискнем. Формация! Avanzate! Formazione! Ordini! Ordini! Thank you.
здесь 7 дивизий в окружении. Avanzate! Тут сейчас будет холодно. Арктическая земля. Так, что у нас там в воздухе? Почти 500 опыта. Можно немножко модернизировать ночной истребитель, наверное. На атаку. Очень сильно надежность падает, надо надежность. Хотя 50%, чтобы было. О, нас сбивали наши. Наш оперативный флот нас сбивал этих летающих лодок. Ордени. Ой. Тут, я смотрю, куча народу едет сюда. Блин. Американские фашисты вовремя забросили дивизии сюда. Не берите столицу. О. Формационе. Sì, signore. Pronto all'azione. Sì, signore.
Формазione. Ordini. Sì, signore. Avanzate. Ноль резервистов. Continuate l'attacco. Comandi. Самолетов мы сбили, в основном этих летающих лодок, но все, наши линкоры, как обычно, они именно линкоры четко коцают, придется отступать на ремонт опять. Так, первый оперативный флот, выдвигаемся из Старинта. Будем вот здесь дежурить тоже. Куда он там поехал? А, Карибское море. Так. Си, сеньоре. Попробуем-ка здесь пробиться. Они вроде отсюда отвели войска. Гвардейская механизированная дивизия охраняет Вашингтон. Опа. Ну все, вроде. Закрыли мы столицу. Форта здесь нету. Си, сеньоры! Авансате! Тут еще даже авиабаза неплохая в штате Вирджиния.
Можно сюда перебросить 500 наших тяжелых истребителей, корсаров, капрони 380. И здесь завоюем превосходство в воздухе тогда. Попробуем завоевать. Чтобы удержаться здесь. Ордини. Attento. Avanzate. Они здесь пытаются вырваться из окружения. Прорвались на запад. Pronto, signore. Уничтожили дивизию в бою, что ли? Только что здесь была дивизия механизированная. Прикольно. Ну, тут лес дальше. Там в лесу у легкой пехоты. Атака плюс 10, но у гранатстрелков нету бонусов. В лесу. Построили порт. Signore. Pronto. Pronto. Avanzate. Sì, signore. Ordini. Тут у них шансов нету. Гарнизонов, они слишком слабые.
сеньоре! Формационе! Пронто, сеньоре! Авансате! Тут четыре дивизии в окружении попали. Филиппинцы какие-то. Здесь одна дивизия механизированная. Пронто! Минус две дивизии моторизованные канадские. Пронто, сеньор. Атенто. Пронто, сеньор. Пронто. Ну да, у них уже истощение идет, мне кажется, из-за того, что я столицу им перекрыл. Перекрыл кислород, так сказать. Поэтому у них уже не хватает снабжения. Avanzate! Sì, signore! Ну, почти прорвались американцы на из котла. Еще одна провинция и все. Здесь... Пронто, сеньоре! Здесь они, по идее, не должны прорваться. Sì, signore! Сейчас бы с нулевой организацией штурмовать Квебек через реку, как немцы делают. Пронто, сеньор! Ордени! Пронто, сеньоре! Здесь тоже где-то 15 дивизий в окружение попало. Пронто, сеньор! Пронто!
вот они все истощенные уже ходят. Команды! Кажется, военная хитрость моя сработала. Видно, что организация снижается. Кроме вот этой дивизии, которая стоит в столице. Гвардейская. Механизированная. Pronto all'azione! Pronto all'azione! Avanzate! Так, а мы можем сбросить атомные бомбы? А, здесь у нас превосходство в воздухе нету. В этом районе. В районе Нью-Йорка. 75% нужно превосходство в воздухе. Pronto all'azione! Attento! Ordini! Avanzate! О! Хороший улов, 33 эсминца канадских. Pronto, signore! Formazione! Avanzate! Ordini! Ordini! Avanzate! Ordini! Ordini! Stop! Тут нам не пробиться. Отбой. Ордени! Здесь тоже. Mantenete le distanze! Comandi. Pronto. Надо расширять плацдарм как-то. Attento! То сейчас мои союзники сюда кучу дивизий напихают. Тут будет нехватка припасов. Команды! Ordini! A
Attento! Так, ну все-таки мы, похоже, выполнили этот план, который я планировал вот так вот. Вдоль этой реки сделать котел. Тоже здесь дивизии стоят. Американские истощенные. Формационе! Ордини! Это у нас... Си, сеньоре! Ордини! Отсюда. Команды. Из 12-й армии танковая дивизия новая взамен потерянной. Pronto all'azione. Avanzate. Sì, signore. А это уже из этой армии. Из 6-й армии моторизованная дивизия. Так, ну здесь можно попробовать горнострелками прорваться вдоль вот этой реки, вот так вот, и вот сюда аж, и вот здесь соединиться с первой армией. То есть Pronto, signore. 4-я армия горнострелков продвигается. Attento. Ci respingiamo, signore. Avanzate! Так, а здесь навстречу им вот сюда надо выйти. Можно заодно вот этих захватить, по идее. В котел. Так, где у нас свободные дивизии? Attento! Ordini! А, так мы можем горнострелков, по идее, перебросить туда. Формационе! Pronto! Avanzate! Вот так вот, где-нибудь в горах здесь, аккуратненько. Formazione. Pronto. Attento. Formazione. Comandi. Так, здесь тоже около 10 дивизий попало в окружение. Еще 24 эсминца пошли на дно канадские. Сколько у Канады флот вообще остался? Ну, еще где-то 50 кораблей.
национальный дух вообще в этом моде, ну, прикольный. Мне кажется, в ваниле столько нет национальных духов. Pronto all'azione. Там здесь уже слишком много дивизий. Pronto. Attento. Comandi. Formazione. Pronto, signore. Formazione. Ну все, капитуляция США — это уже дело времени. Они все истощенные стоят. Тут даже хорошо, что мы не взяли столицу, что мои союзники не штурмуют, хотя они сейчас, по идее, могут взять, у них преимущество есть. Потому что если мы столицу возьмем, то США перенесет столицу в другое место, и снабжение начнется из этого места. А это будет уже не good для нас. Pronto, signore! Attento! Formazione. Sì, signore. Ordini. Formazione. Continuate ad avanzare. Ну, вот здесь моя альпийская пехота закрепилась в горах. Кордильеры и что, или что это за горы. А дальше сюда уже продвигаться по лесным массивам вот этим. Как бы уже не слишком хороший вариант. В принципе, можно здесь уже ждать капитуляции. Решаться судьба США будет вот здесь. Сейчас мы еще попробуем, наверное, вот прорваться к Баффало в штате Нью-Йорк. Вот так вот. И отрезать вот этих товарищей всех. А, у них есть порт в Филадельфии, но это и в Нью-Йорке, но это время, это, мне кажется, их не спасет. Pronto! Pronto all'azione! Avanzate! Formazione! Avanzate! Formazione! Хотя тут японцы идут. Может быть, японцам не перекрывать наступление. Наверное, мы развернемся сейчас вот так вот. Штат Юта. Вот так вот как-нибудь к этому озеру выйдем.
в районе Солт Лейк Сити. И все, здесь пусть японцы дальше продвигаются. И вот здесь можно тоже границы с японцами выйти. Оставить им кусочек, чтобы они наступали. Ордени! Ордени! Авансате! Сиэтл возьмем тогда мы. Раз японцы не хотят. Команди. Pronto, signore. Avanzate. Сейчас горнострелки. Две половинки 4-й армии горнострелков где-нибудь здесь встретятся. Attento! Avanzate! 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 Надо еще отрезать их от снабжения со стороны Канады. Здесь вот две провинции забрать. Сиэтл с первого сходу взять не получится. Тут надо по помощь дивизии. Signore! Avanzate! Pronto! Avanzate! Ordini! Forza! Ordini! Comandi! Avanzate! Ordini! Союзники умные понимают, что Вашингтон не надо штурмовать. И все нормально.
Sì, signore. Avanzate! Устраиваем все военкоматами, чтобы увеличить наш размер призывников. Одни гарнизоны остались у Германии. В Испании вообще войск нету, в Португалии. Зато Румыния и Венгрия вообще не участвуют в войне больше. Все дивизии держат у себя дома. О, Болгария перенесла столицу в Фессалоники из Софии. Где столица Португалии? Фашистской. Португальской Гвинеи, в этой Гвинея-Бисау. Снабжение по воздуху, в принципе. Ну да, в этот регион надо отправлять. Хотя они достают из Панамского канала транспортные мои. Дальность 5000 километров. Даже до региона вот этого Вашингтона. Так, а здесь у нас уже... О, в воздухе. 4000 подняли. Истребителей против наших 2000. Pronto!
Ordini! Avanzate! Все, тут уже хаос. Посыпалась оборона Соединенных Штатов. Pronto all'azione! Attento! Comandi! Comandi! Pronto, signore. Так. Pronto all'azione. Какой-то иорданский беженец возглавляет американо-английские войска. Так вот, попробуем здесь прорваться. Горнострелками в горах это... Все, готово. Команды! Пытаются взять. Pronto, signore. Тут уже кто первый возьмет. Вообще штурм возглавляет Карлович Ярелли, наш генерал. Поэтому, по идее, Сиэтл должен достаться Италии. Команды! Pronto all'azione. Ordini. Comandi. Sì, signore. Что там у нас на складе творится? Всего хватает. А, артиллерийских этих корректировщиков огня, самолетов не хватает. Они у нас в обычном снаряжении. Дает бонусы для артиллерии. Защита, прорыв, противопехотная атака. Ну, немножко кушает горючее, естественно. А, у меня же есть.
прикольно. Наши эти легкие бомбардировщики с Парвейра. Еще и в воздухе выигрывают. А, ну хотя, может, у них уже горючего не хватает снабжения, поэтому. У них все характеристики хуже. Мы заняли. Sì, signore. Pronto all'azione. Pronto. Avanzate. Avanzate. Formazione! Formazione! Avanzate! Вот тут котел хороший получился. Pronto, signore! Sì, signore! Где-то 20 дивизий здесь. Comandi. 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 Avanzate. Avanzate! Sì, signore! Sì, signore! Sì, signore! Расширяем плацдарм. То сейчас не хватит снабжения у нас здесь.
Pronto, signore! Pronto all'azione! Теперь можно автопланом играть. Так, какое-нибудь наступление сделать сюда. Ordini! Pronto all'azione! Avanzate! Avanzate! Attento! Pronto all'azione! Avanzate! Signore, avanzate! Avanzate! Ordini! Pronto all'azione! Comandi! Берем баффало и все. Эти окружены тоже. Около 30 дивизий здесь. Пронто! Пронто! Команди! Pronto, signore! Comandi! Avanzate! Attento! Avanzate! Pronto! Pronto! Ordini! Ordini! Attento!
pronto all'azione! Pronto all'azione! Pronto! Sì, signore! Pronto! Avanzate! Оставим вот здесь японцам проход, чтобы они могли наступать. Формационе! Формационе! Signore. Avanzate. Ordini. Avanzate. Comandi. Avanzate. Avanzate! Pronto! Ну, у него уже вроде нечего качать, у него все заняты уже эти ячейки навыков. То, что уровень защиты 11 и уровень снабжения 11 у него, это, видимо, уже не учитывается, а тут максимальный считается 10, по-моему. То есть вот минус плюс 20 защиты, это 10 уровень. Выше уже не считается, по-моему. И потребление припасов минус 15 тоже, это, по-моему, 10 уровень. Бои идут в море. Видимо, американские корабли решили погибнуть в бою, а не сдаваться в плен. Формационе! Pronto all'azione! Sì, signore! Attento! Pronto! Pronto, signore! Continuate ad avanzare! Pronto all'azione! Ah, тут еще превосходство в воздухе вражеское. Опа, проснулась гвардия пехотная, механизированная пехота. Пытается вырваться из Вашингтона. Но уже поздно. Команды! Пронто! Аттенто! Attento! Sì, signore! Avanzate! Avanzate! Pronto all'azione! Pronto all'azione! Пронто
Все время капитуляции. Pronto all'azione. Ordini. Pronto. Avanzate. Avanzate. Pronto all'azione. Pronto all'azione. Pronto all'azione. Это что здесь товарищи попали в окружение? Formazione. Avanzate! Pronto! Ordini! Attento! Потерям 62 миллиона союзники, 14 миллионов ось. Так, нам больше всего потерь нанесла Индия, 2 миллиона 300 тысяч, США 2 миллиона, Англия 1 миллион. Японии тоже, Индия, 5,5 миллионов потерь нанесла. Так, а мы нанесли сколько? Англии мы нанесли 6 миллионов 100 тысяч. Так, фига себе, у Египта. Франции 3 миллиона 200 тысяч. США 7 миллионов 700 тысяч потерь. Мы нанесли Италия. Бразилии 3 миллиона 400 тысяч. Канаде 1 100 000. А где Англия? Индии 12 миллионов 800 тысяч потерь. Неплохо. Так, в Англии 6 100. Стоп. Нам 1 000 000, мы им 600. США 2 миллиона нам нанесли, а мы им 7700. Нормально. Формазione. Pronto all'azione. Avanzate! Comandi! Pronto! Avanzate! Pronto all'azione! Avanzate! Avanzate! Formazione. Formazione. Ordini. Avanzate. Attento. Эти уже... Attento. Первая армия уже в войне участвовать не будет. Attento. Чё, где капитуляция США? Attento. Formazione.
Формазione! 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 Мои союзники уже в Канаду выдвинулись. Монреаль пал. Сейчас Оттава падет и все. Квебек тоже пал. Надо помочь им Оттаву взять. Три сеньоры! Signore. Formazione. Pronto. Comandi. Sì, signore. Attento. Avanzate! Pronto, signore! Comandi! Хранилище для топлива, потому что оно у нас в избытке. Хотя, в принципе, нам уже... Уже не имеет значения. Сейчас капитулирует, скорее всего, скоро США. Attento! Sì, signore! Оттава держится, а тут еще укрепление в Оттаве. Ага, тут нифиговое укрепление. 12 уровень. Continuate ad avanzare. Ordini. Comandi. Formazione!
Signore! Avanzate! Attento! Avanzate! Pronto, signore! Comandi! Торонто надо взять, наверное, чтобы Канада капитулировала. Attento! Formazione! Pronto all'azione! Formazione! Avanzate! Немцы штурмуют Оттаву. Attento! Ордени! Мы штурмуем Торонто. Ordini! Все, Канада капитулировала. Мне бы столько снаряжения в начале войны. Да. 1,5 миллиона всякой годноты. Еще 148 тысяч грузовиков пехотных и 430 тысяч гарнизонного снаряжения, оборудования. Так. Сеньоры! Авансате! Это немцы. Все, здесь. А вот еще остались. Attento!
уроженца. Attento! Avanzate! Ordini! Avanzate! Avanzate! Все, США остались в одиночестве. Pronto all'azione! Все капитулировали, кроме США. По-моему, осталось взять только Вашингтон и все. Attento! Avanzate! Вашингтоне окопалась гвардейская механизированная дивизия пехотная. Укрепление здесь 12 уровня. Сейчас посмотрим. Pronto, signore! Pronto, signore! Attento! Avanzate! Pronto all'azione! Avanzate! Pronto, signore! Pronto all'azione! Куда они поплыли, все домой, что ли, уже? Типа все, mission complete. Формация. Formazione! Pronto all'azione! Comandi! Pronto! 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 Все, начинаем штурм. Avanzate! Финальный штурм Вашингтона. Тактика отражена. Прорыв. Полная наземная координация.
А, он тут вообще бешеные штрафы. Минус 143%. Атака. Из-за укреплений. Пронто! Signore! Pronto all'azione! Attento! Pronto all'azione! Pronto, signore! Avanzate! Formazione! Avanzate! Pronto, signore! Так, ну я чувствую, мы сейчас так долго будем его штурмовать. Попробуем нашим неизлюбленным методом, потому что мы почти не использовали, хотя у нас на складе 34 атомные бомбы, мы ими так и не воспользовались фактически. Сколько мы всего, по-моему, одну только сбросили на Даллас и все. Так что сейчас закончим войну, так сказать. Поставим точку в войне жирную. Перебросим стратегические бомберы сюда. Что-то они долго летят, а вот они. Pronto all'azione. Formazione. Comandi. Avanzate! Avanzate! Вот сейчас играешь как в ваниле легко вообще. Нарисовал фронт, там они все, все сами продавили. Ничего не надо приказывать. Ну все. Ставим точку в этой войне.
Да, сразу мирный договор. В Бахрейне почему-то. Ладно. Ну что, в общем, Италия победила. Дуча находится в зените могущества. Правда, он уже не молодой. Какой там 65-й год. Ему уже, наверное, лет 80 или 70. Ладно, в отдельной серии сделаю мирный договор.